Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, это видео не развлекательного характера, и если вы порядочный танкист, вы поставите данному видео лайк и обязательно напишите комментарий, потому что чем большее количество комментариев и лайков данное видео соберет, тем больше YouTube будет его предлагать к просмотру, тем большее количество танкистов посмотрят данный видос и не потеряют свои аккаунты. Друзья мои, в последние несколько дней активизировались мошенники, которые действуют по следующей схеме. Они присылают вам личное сообщение о том, что вы якобы выиграли в каком-то розыгрыше. А именно, ваш бой попал в реплеи недели, и за это вы можете получить 10 тысяч золота. У вас здесь идет переписка, они присылают вам сообщение, предлагают вам перейти по вот этой вот ссылочке. Если вы переходите по этой ссылке, вы видите обычную страницу Wargaming. Вроде бы ничего подозрительного, вроде бы все нормально, все окей. При нажатии на кнопку Login, она же авторизироваться, если будет в переводе, вы попадаете на страницу авторизации. И вот здесь, ребят, могут начаться проблемы. Если вы введете сюда свой email и пароль от своего аккаунта, вы авторизируетесь, попадете на страницу, но эта страница будет мертвая. Вы не сможете там ничего сделать, вы не сможете посмотреть никакое видео с реплеями, там не будет происходить ровным счетом ничего. При этом всем злоумышленники получают ваши данные по аккаунту, и в ближайшее время вы можете потерять свой аккаунт. В дальнейшем мошенники данный аккаунт используют для дальнейшего распространения этих же сообщений о победах, и Wargaming такие аккаунты блокируют. Таким образом, получается, что ваш аккаунт могут не просто украсть, а еще и сделать так, что Wargaming заблокирует ваш аккаунт, и вы потеряете как аккаунт, так и свои игровые ценности. Или будете очень долго пытаться доказывать Wargaming, что вы не имеете никакого отношения к данной мошеннической схеме. Чем вы можете помочь и что вы можете сделать для того, чтобы все было нормально у нас с вами в игре? Первое. Ни в коем случае, как я уже сказал, не переходите ни по каким ссылкам. Если Wargaming проводит какие-то розыгрыши, то поверьте мне, они вам начислят ваши подарки, даже если вы не будете где-то авторизироваться или что-то делать. Когда Wargaming проводит какие-то розыгрыши, которые требуют от вас заранее зарегистрироваться, то они об этом предупреждают в официальных источниках. Одним из официальных источников информации является мой канал, поэтому если вы хотите получать проверенные данные, обязательно жмите на вот этот вот шильдик, становитесь подписчиком канала. Ну и, соответственно, смотрите честные новости о том, что происходит в игре. В дальнейшем, ребят, что вы можете сделать еще? Если вдруг вы уже переходили по данной ссылке, если вы уже были на вот этой злосчастной странице, или если вы уже, уж тем более, авторизировались, пожалуйста, поменяйте свои логины, поменяйте свои пароли. Окей, хорошо, логин поменять не можете, переподвяжите к другой почте. Не можете переподвязать к другой почте, хотя бы измените свой пароль в игре. Я думаю, это самый простой способ себя обезопасить. Сделали это? Окей, хорошо. Тогда не забывайте о том, что в этой игре есть еще и другие игроки. Помогите им не попасться на эту удочку, пожалуйста. На вот этот email. Это моя электронная почта. Присылайте, пожалуйста, мне скрины вашей переписки с мошенниками. Как это сделать? Когда вы переписываетесь с ними, допустим, у вас есть какая-то переписка, я покажу на примере своего чата в клане. Вы видите переписку, вам прислали сообщение о том, что вы выиграли там и так далее. Когда вы видите это сообщение, нажмите, пожалуйста, на информацию о том, кто пишет вам. Нажмите на профиль и в профиле сделайте вот так. Видите вот эти вот значки правее от никнейма? Нажмите на них, вернитесь назад в переписку, поставьте сюда, сделайте вставить, и таким образом вы отобразите никнейм и игровой ID. Скрин страницы, на которой будет отображен ник, игровой ID и, соответственно, сообщение, что именно с этого никнейма вам прислали сообщение о том, что вы якобы выиграли 10 тысяч золота, присылайте мне, пожалуйста, на мой электронный адрес. Я передам данную информацию Wargaming, и мы будем вместе бороться за то, чтобы в нашей игре не было мошенников, и чтобы в нашей игре наши аккаунты никто ни у кого не уводил. Проявите, пожалуйста, активность. Спасибо вам большое за просмотр. Не попадайтесь на уточки мошенников. Хотите знать правду о том, что происходит в игре, подписывайтесь на мой канал. И, ребят, давайте будем чистить эту игру от всякого рода ублюдков совместными усилиями. Спасибо большое. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.